Ну а перед началом данного видео, друзья, я рекомендую вам канал Арсения Касьянова, моего хорошего друга и подписчика. Канал же его также называется Лысый. Он снимает Space Engine, Planet Bus, Stalker и другие игры. Чувак реально старается снимать о летсплея. Не забудьте оценить его короткометражный игровой фильм. Все ссылки в описании. Погнали, друзья! И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и сегодня у нас новый эксперимент по игре Universe Sandbox 2. Друзья, мне все время было интересно, как же образовалась наша планета Земля. Я уж не буду заходить уж прям так точно, насколько, как и когда, и вообще как образовалась Солнечная система. Нет, мы сегодня попробуем с вами воссоздать, ну, хотя бы как-нибудь единичку того, как образовалась планета Земля. Ну что ж, насколько мы знаем, что был большой взрыв. Вот, и потом был огромный хаос в нашей Солнечной системе ровно 4,5 миллиарда лет назад. Да, кстати, в то время наша планета и стала образовываться. Так, после большого взрыва был большой хаос, различные газы летали, образовались многие разные планеты, астероиды и все прочее. Так, ну что ж, давайте попробуем мы сейчас с вами тогда сразу сделать это. Попробуем сначала добавим, конечно же, нашу звезду. Так, наша звезда Солнце. Давайте мы ее вот здесь вот с вами расположим. И тогда уже сейчас мы будем добавлять планету. То есть представим, что вот наша звезда. Я специально создал пустую симуляцию. Вот, и наша Земля. Так, ну, Землю, логично, ее сейчас просто поставить будет как бы не очень, да? Мы, наверное, выберем, я не знаю, даже попробуем спутники, Титан, Луна. Так, из чего мы будем вообще пробовать создавать? Ну, конечно, выбрать какой-нибудь небольшой, наверное, камень. Совсем небольшой спутник, какой-нибудь поменьше. Давайте найдем какую-нибудь ЦРР-ку. Так, Харонт, Эфия. Нет, это все не то. А почему? Должен же быть ЦРР раньше была. Ну, давайте вот, допустим, возьмем какой-нибудь Мимус и Мимос, да, и представим, что это наша Земля 4,5 миллиарда лет назад. Мы ее сейчас с вами добьем. Короче говоря, будем выращивать, так сказать. Так, нам нужно взять расстояние, правильно, нужное. Так, это у нас 103 миллиона километров. Нам нужно расстояние 150 миллионов километров. Как у нас расположена наша Земля, правильно? От Солнца. Так, ну, 154, 155. Вот 151 был. Так, стоп. 150. Давайте примерно, наверное, вот так. Представим, что это наша будущая Земля. Вот она. Мимос. И сейчас мы ее будем с вами... Так, подожди, стой. Что-то, по-моему, я ее слишком близко расположил к Солнцу. Подожди, по-моему, я немножко... Так, удалим этот объект. И сейчас мы создадим тогда... Так, возьмем наш Мимос. И мы сейчас отдалим вот так вот. Вот. Я немножко не угадал с расстоянием. Вот так вот мы расположим. Это будет наша будущая планета Земля. Вот она. Наша неузнаваемая планета Земля. Кстати, Солнце на то время было еще не таким ярким и не таким теплым, жарким, поэтому... Мы сейчас со временем все с вами, короче говоря, наше солнышко наверстает все упущенное свое, пока мы будем выращивать нашу планету Земля. Так, ну что же, как все происходило, правильно?
А ведь наша Земля пока еще такая маленькая, посмотри, 198 километров в радиусе, а радиус нашей Земли, насколько мы знаем, 6371 километр. Поэтому что нужно сделать? Правильно, нужно на нее сейчас накидать всяких астероидов, не знаю, всего прочего, чтобы она у нас росла, росла и становилась еще больше. Правильно, наша Земля в то время находилась под огромным количеством бомбардировок, различных астероидов, всего прочего. Кстати, мы еще с вами запустим Итею. Посмотрим, образуется ли Луна. Не знаю. Ну что ж, так, Деймос, давайте, в принципе, можно вот такими астероидами уплотнить нашу будущую Землю. Давайте прям побольше мы туда сейчас напуляем. Так, я неправильно выбрал, надо вот так вот позапускать. Так, надо поближе вообще все это дело приблизить и вот так вот туда накидать всего этого. Они между собой пока тут. Так, давай-ка немножко побыстрее мы это все ускорим дело. И сейчас мы запустим туда побольше всяких астероидов. Представим, что это бомбардировка, которая была 4,5 миллиарда лет назад. Так, поехали. Давайте побольше нарастим. Сделаем больше радиус нашей Земли. Давайте немного даже еще ускорим время. Вот так побольше накидаем. И потом посмотрим радиус. Так, мне интересно вообще, разогреется ли поверхность нашей будущей Земли, потому что под такими ударами в прошлом наша Земля была просто раскалена огромным. Она была, короче говоря, огромным раскаленным шаром, по которой на поверхности которой было расплавлено железо, я не знаю, там было, ну, невозможно было находиться, не было ни атмосферы, ничего не было. Так, ну что ж, давайте посмотрим теперь, сейчас подожди, посмотрим на ее размеры. Так, 198 километров, 198 километров, нет, мне не нравится. Так, давайте что-нибудь покрупнее туда, наверное, запустим. Луна, ну, Луна это слишком, слишком много. Титан, хотя, пофигу, давайте. Так, Ганимед, Ио, Каллисто, Мимас. Давайте, может быть, еще одного Мимаса запульнем туда и посмотрим сейчас, что будет вообще у нас твориться тут. Отлично, вот теперь все это должно сейчас у нас вырасти. Так, ну что ж, друзья, у нас, в принципе, все потихонечку получается. Мы кидаем побольше вот такие вот планетки, типа Мимаса еще одного, ну, спутника, да, и у нас наша Земля спустя несколько, наверное, в течение нескольких миллионов, сотен лет начинает набирать свой вот такой вот больший радиус. И, кстати, да, на поверхности, вы только что могли видеть, там, по-моему, появляются такие раскаленные места. Это уже хорошо. Ну что ж, давайте можно, в принципе, уже что-нибудь кинуть туда покрупнее, запустить что-нибудь на Мимос покрупнее. Так, это стало Луной, да ладно. Здорово, ладно, но мы будем считать, что это наша Земля. Так, давайте нарастим, сделаем ей тот самый радиус в 6000 километров. Ну, поворот, разворот, мы все с вами нарастим. Вот уже что-то более похоже на Землю, отлично. Разогревается поверхность. Давай, 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 побольше, побольше, прям всего побольше. Ну и что у нас по радиусу? 4500, 4600, 4700. Радиус растет. Так, нам самое главное не преувеличить этот радиус. Ладно, если что, я все исправлю. Так, давай, 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 еще, давай, еще туда лун накидаем. Вот так, отлично. Радиус практически сейчас сравняется, как нам и нужно. Вот такая вот наша Земля была, такой раскаленной и неузнаваемой в то время. Ну что ж, в принципе, да, я уже закончил с радиусом. Ну что ж, вот наша Земля. Да, название Луна, конечно, можно, в принципе, сейчас, ребят, это все исправить. Все легко вот так вот делается. Вот она, наша Земля. Боже, сколько же ты натерпелась. Конечно же, сейчас остальные фрагменты у нас будут до сих пор падать в течение нескольких миллионов лет. Так, надо посмотреть, знаешь что, мне надо посмотреть. Так, уровень наклона. Так, подожди, нет,
Мне надо посмотреть, короче говоря, как она расположена у нас, насколько далеко от Солнца, потому что от всех этих ударов, мне кажется, что-то пошло не так, как говорится, да? Так, сейчас, секунду. Так, нет, вроде бы у нас вращение вокруг Солнца, все нормально, не изменилось, не сошло куда-то дальше, не ушло с орбиты. Так, ну что ж, теперь давайте мы сейчас с вами сделаем то и посмотрим, как планета Тея, неизвестно откуда она взялась, прошла по нашей, протоптала по нашей будущей Земле. Было столкновение, в ходе которой у нас образовалась Луна. Да. Так, возьмем Европу. Наверное, нет, подожди. Возьмем еще одну Луну. Нет, хотя можно что-то взять более, наверное, побольше. Мимос, Рея, Диона. Давайте посмотрим планеты. Меркурий. Так, ну, вот так вот, я думаю, будет нормально. И представим, что это у нас Тея, которая совершила столкновение с Землей. Так, запустим в сторону. Нам надо как-то боком ее запустить. Я не знаю, получится или нет. Ну, наверное, примерно вот так. Ох, сейчас будет что-то жесткое, я себе представляю. Пройдем по касательной, наверное. Ох, бедная Земля, сколько ты натерпелась. Огромное количество осколков должно быть выкинуто просто в космос. Ох, да. Кстати, после этого столкновения, по-моему, подожди-ка, стой, у нас в радиусе увеличилось, ну, не намного, 6300, всего лишь на каких-то 50 километров. Вообще, по идее, должно в то время было образоваться кольцо из осколков планеты Тея и нашей Земли, потому что множество фрагментов было выкинуто в космос, и образовалось кольцо, как у Сатурна, вот, либо Урана. И потом, опять же, все эти осколочки стали собираться у нас в тот объект, который мы сейчас с вами наблюдаем практически каждую ночь. Объект под названием Луна. Они стали между собой сбиваться, собираться в кучку. И, кстати, наша Луна обрела через несколько миллионов лет свой вид. Да, ну на то время она, конечно, тоже была очень яркой, скажу так, потому что на ней поверхность тоже была полностью расплавленная и раскаленная. Так, ну что же, давайте... Да, Луна, кстати, очень близко в то время находилась к Земле, всего лишь в 6000 километров. Представляешь, насколько это близко, и которые 24 часа в сутки, ты знаешь, не было. Нет, на Земле всего лишь... Было 6 часов, по-моему. Оборот свой полный она делала за 6 часов, а не за 24 часа, как мы знаем. Так, ну что же, давайте, раз у нас, да, обидно, все-таки не получилось в симуляции, что у нас образовались кольца, и потом это все сбивалось бы в один кусок каменный, и тем самым мы бы с вами получили Луну. Ну... Я могу, в принципе, добавить ее. Почему бы нет? Давайте добавим Луну на... Так, сейчас, подожди. Орбита, как я вам и говорил. Так, подожди, мне не видно. Расстояние. 6000 километров. Ну, она, конечно, не такой огромной на то время была. Ну, давайте примерно сделаем хотя бы... Давайте 20 тысяч километров. И вот у нас будет уже... Стой, Луна, куда ты пошла? Стой, подожди, она будет крутиться вокруг Земли? Стой, нет, вокруг орбиты. Да, все в порядке, вроде бы все хорошо, отлично. Ну что ж, ладно, допустим, что вот наша Луна образовалась, и потом у нас началась поздняя метеоритная бомбежка, правильно она так называется. Так, подожди-ка. И сейчас мы будем с вами запускать... Так, случайно, нам нужны... какие-нибудь астероиды. Допустим, вот радиус 155 километров. Нам нужно, ребята, запустить астероиды различные, на которых есть лед, который в будущем превратится в воду. Да.
Так, подожди, что у нас по составу? Давай мы сейчас посмотрим состав. Состав, так, силикат 82%. Вообще состав земли, по-моему, железа на 24,7%. Можно, в принципе, даже немножко самим подшаманить. Ну, давай 25%. Силикаты 75%, отлично. Воды у нас как таковой нету, водород. Так, обзорчик, подожди-ка. Средняя температура, да, температура у нас падает потихоньку. Конечно же, у нас, по-моему, нету еще ни магнитосферы, ни атмосферы, но это мы все в будущем сейчас с вами поправим. Ничего страшного. Плотность 3,80, хотя, по-моему, плотность у нас 5,51 равняется. Давайте сделаем 5,50. Ну, пускай 5,50 будем. Будет, не будем прям вбиваться в такие подробности. Гравитация. Гравитация, что у нас по гравитации? Земельная. Так, гравитация практически близка к земной, я тебе скажу. Да, она, по-моему... Нет, она... Да, я думал, она увеличивается, но нет. Так, скорость 38 километров. Слишком быстро, слишком быстро. Ну да, Луна у нас находится... Возможно, рядом с нами, так близко, период вращения. А, вот, период вращения. 8 часов 27 минут. То есть Луна отдаляется от нас, и у нас Земля немножко замедляет свое вращение. Так, ну ладно, фиг с ним. Давайте тогда мы сейчас накидаем астероидов. Так, астероиды, которые... У нас будут приносить лед. Так, как мне сейчас? Подожди-ка, стой. Давай мы сейчас вот так вот сделаем. Ой, Деймос, я запустил Деймос. Ну ладно, это слишком же круто, нет? Это слишком круто. Ну ладно, стой. Нет, мне его надо удалить, он нам не нужен. Деймос, это слишком чересчур. Так, удалим объект, и сейчас мы добавим какой-нибудь... Почему здесь нету случайных каких-нибудь астероидов? Случайная экзопланета... так, Церера, Паллада, Плутон... Ага, вот они, наши астероиды различные. 13 километров, нифига себе, нормальный такой радиус астероида. Так, давайте мы сейчас к нему вернемся... Состав его можно посмотреть? Состав... Ага, вода. 50% воды. Так, силикат 50%. Я думаю, в принципе, такие частички нам нужны будут. Ну что ж, давайте тогда будем запускать именно вот такие объекты на нашу будущую планету Земля. Так, подожди, мне нужно вернуться к Земле. Вот так. И сейчас мы... Просто запуская множество туда всяких этих астероидов. Вот она, наша бомбежка пошла. Пошла бомбежка. Поздняя артиллерия в деле. Да, конечно, поверхность планеты опять же у нас нагревается, но тем не менее, у нас... Что у нас должно быть? Сейчас, подожди. В составе, да, у нас появляется вода, как я и говорил. Так, вода у нас должна быть 0.0226, если я не ошибаюсь. Давайте, знаешь, что сделаем? Ой-ой-ой-ой, по-моему, вода у нас резко испаряется. Нам надо сделать так, поверхность. Подожди. Где у нас атмосфера? Атмосфера, давление на поверхности. Вот нам нужно, короче говоря, ребятки, сделать с вами атмосферку. Чтобы у нас все эти газы, вода и все остальное не улетучивалось. Так, ну что ж, примерно вот так вот спустя еще несколько миллионов лет на нашей планете появилась первая вода. Да, боже, что это за облако? Я не понимаю вообще, откуда оно здесь образовалось. Что это за материя, блин? Так, ну что же, давай-ка посмотрим теперь, что у нас было потом. Правильно, у нас было оледенение. Так, подожди. Давай немножко сейчас ускорим время. Я не знаю, будет ли оно автоматическим здесь. Хотя, по идее, должно быть. Поверхность у нас постепенно остывает. И, да, но она остывает слишком медленно, 55 градусов. Давайте мы все это дело, мы сейчас с вами сами ускорим.
и заморозим нашу планету на несколько еще сотен миллионов лет. Да, поверхность планеты, по-моему, уже полностью замерзает. Да, она уже замерзла. Отлично. Ты видишь лед, да, на планете. Хотя вообще, подожди, состав. Вода. Воды слишком мало, поэтому ее нужно увеличить до нашей, которая у нас сейчас должна быть 0,226, как я вам и говорил. То есть полностью должен быть ледяной шар, полностью покрытый льдом. Так, стоп, 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 стоп. Так, Луну, наверное, ну пофигу, ладно, Луна пускай останется здесь пока. Я примерно делаю примерно как было. Так, движение, что у нас по движению? Орбитальный период, это ясно. Скорость 36,6. Вращение, период вращения. Давайте период вращения мы сейчас с вами чутка увеличим. 20 сутки. Нет, сутки 38, это слишком много. Давайте 23,3 часа. Да, вот уже что-то похоже на наше вращение нашей Земли. Ну и спустя несколько миллионов лет, по-моему, у нас началось опять же великое таяние, можно так сказать, да? Своими словами скажу. Вот, под поверхностью планеты у нас началось движение тектонических плит, и Земля начала просто разрываться, начались вулканы и горы росли с такой скоростью, я тебе скажу, где-то около 10 метров в год, по-моему, и начались вырываться у нас, образовываться новые вулканы. Опять же, планета начала разогреваться. Так, подожди. Такс, 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 такс. Мне надо. Я хочу температуру увеличить, я хочу разогреть нашу Землю. И спустя несколько миллионов лет у нас опять же образовалась вода, а в воде уже начали происходить различные процессы, которые у нас на поверхности стал появляться кислород, вот, и появляться какие-то первые бактерии в этих будущих океанах, озерах, морях. Сходство с Землей. Я хотел посмотреть, где я смотрел сходство с Землей. Атмосфера. Так, почему у меня нет атмосферы? Я же ее добавлял. Так, оставим нашу атмосферу. Состав, вода, поверхность. Что у нас по поверхности? Кстати, да, вот где-то можно у нас, в принципе, погреться на поверхности, где-то замерзнуть. Но кислорода как такового здесь еще почти, вот там маленький процент всего лишь какой-то. Кислорода на Земле нету, поэтому ты здесь дышать просто на то время не смог бы. Да, ну сходство с Землей у нас 97% вероятность жизни. Так, подожди, отображать магнитосферу. Нет, магнитосферу не надо. Вероятность жизни у нас пока с вами, ребятки, нулевая. Вот. Но я думаю, что наш эксперимент хоть каким-то образом, ребята, удался. Всем, кому понравилось, обязательно пальчик вверх. Ах, да, жалко, конечно, полностью мы ее с вами не терраформировали, но пройдут миллионы, миллиарды лет, и на нашей планете появимся мы с вами, которые поставят мне пальчик вверх, подпишутся на канал, нажмут колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео. Всем пока, друзья, пока-пока.